Добравшись до места, разбили лагерь. Я решил, пока утро, порыбачить на хитрую с лодки. Расправили ее, накачали, и я вышел, на веслах. Вот Игорь остался на берегу, потихонечку закармливал, готовился к ночи на налимью рыбалку, а я решил половить с лодки бель. Став на якорь, стал ловить на хитрую. Ловил немного. В основном белоглазка была, подлещик. Много холостых поклевок было. Часа, наверное, 3-4 мы здесь на речке. Ивничка чуть порубили. Прошел. Рыбки чуть-чуть половили. Белоглазка в основном. Ельчики. Так, сейчас будем мы обедать. Обедать. Костер не мутили пока, конечно. Вот эта вкусняшка. Каша на костре. Вкуснее 3 раза. Но ничего, сейчас поедим. Здесь Игорян. Здесь палаточка наша зимняя. Взял ее. Идите кушать, господа. Вот. Всем приятного аппетита, кто кушает и смотрит данное видео. Ну и нам приятного аппетита. И слышно, что ли, как матерятся? Ну, пришла двое новых, были еще там были пацаны. Да? Но конкретно не говорит. Кто? Март такой отборный стоял. Нормальный такой. Наши, что говорит, вроде ориентировали, так съебались. Все-таки должно быть.
что-то необычное в костре, когда танцует пламя над дровами. Он, кажется, все знает о судьбе и словно разговаривает с нами. С ним рядышком тихонько посидим. Здесь отдохнем душой, согреем руки, ведь часто расстаемся с дорогим, и нет лекарства, кажется, от муки. Но жар костра сумеет нам помочь, своим теплом растопит лед на сердце, как искры с треском улетают в ночь, так все проблемы выскользнут за дверцу. Так, ребят, рыбалка на Налима. Крючки у меня не такие большие. Вот, смотрите. Как бы и большие, казалось бы. Но хотелось бы пучок сюда червей хороших, черных насадить. Как выхожу из положения. Беру небольшой такой отрезок плетеночки. Складываю его вдвое. Эту петелечку продеваю вот так, и вот образовалась петелечка. Складываю сюда и вот затягиваю, и вот такой волос получается. Беру опарика. Фиксирую сразу. Вот так фиксирую. Вот пока в сторону. Беру иглу. Вот. Игла, конечно, не самая тонкая. Но выходить из положения приходится. Покрупнее червя. Проталкиваю его. Черный, белый вперемешку делаем. Червя 3-4 надо, как минимум. Длинных. Ну так, по два раза делаю длинных. Можно даже по три. Черви хорошие. Андрюха, спасибо, если смотришь. Ну, соответственно, будешь смотреть. Три уже насадил. Вот такой пучочек будет. Сейчас четвертого еще. Самов у нас нету. Ну, вдруг налим. Жаренку я уже такого вытащил на вот этот способ. Вот. Вот такой кусочек мяса. Так, возвращаемся к сие действию. Вот у нас берем один из волосов. Берем один из волосов, получается, и начинаем продевать на волос. Аккуратненько все заводим. Оп. Вот так.
И начинаем вязать узелок. Обычный узелок. Раз узел. Два узел. Все, достаточно. И вот у нас такой каламбур. Остатки можно отрезать, в принципе, но так как сделано на плетенке, особо чувствоваться не будет лишнего. Ну, я отрезаю не за подлицо, а просто подрезаю. Вот. Вообще, как бы зубную нить на самом деле бы надо сюда больше. Но так как ее нету, вот из плетеночки режу. Вот все, вот такая штучка получается. Вот. Вот здесь жальца. Вот инлайн. Просто за место кормушки здесь груз 100-граммовый. Все, без прикорма. Где-то кидаю на одной линии, на другом фидере. Чуть только в сторонку. По прикормочной линии. Вот, ребят, пучок насадил. Фокус плохой. Вот такого налима. Время прошло, ну, буквально минут, может, полчаса, 40 минут максимум. Вот налим песчаный, белый. Чуть выше. Ну, нормально. Ну, где-то полторашка есть здесь. Вот хороший жаренок. Рыбалка завершена, поймали где-то в районе килограмм, не менее 5, норму выловили. Все, что по мусору осталось, ну и чужого прихватили, там жестяные банки. Свое дожигаем по пластику, ну чтоб и так места мало. По пластику дожигаем и все. Местечко. Знающие рыбаки цинканут. Узнают. Рыба. Поехали. Не знаю, это крайняя рыбалка летняя или не крайняя. Погода. Погода скажет. Фидерная. Мусор идет. Мусор идет, да. Листва пошла, а когда листва пошла, все, тушите свет по белой рыбе. Только, ну, на лиме рыбалка в основном будет. А я не знаю, я-то особо не любитель на лима по 12 часов в темноте находиться. Закрылись мы на, получается, на Вычегде, да? На Сысоле мы уже давно закрылись. Конец каждой рыбалки в жизни рыбака – это подготовка к следующей. С вами мы не прощаемся, как я написал в видео. Спасибо за ваши лайки и подписки. До новых встреч!